Он сделал выбор и поехал, соответственно. Поэтому виноватых, мне кажется, тут нет. Тут просто ответственность каждого лично спортсмена. И слабость, наверное, государства, если народ взял и поехал без своего флага. dvhub.ru 23 февраля. Отлично. Это праздник только для военных? Это для всех мужиков. Это только для мужиков. Это для тех, кто хочет защитить, если понадобится, свою семью, своих близких. Ну, с праздником всем мужества, отваги, быть защитниками дома, женщин. Спасибо большое. А это кто? Мы должны быть праздник мужчин. Пусть это будет их праздник. Нет, это праздник для всех мужчин. Мужчина же не только там, то есть должен служить, он также защищает и свою семью, например, своих детей, любимых и друзей. Так что поздравляю всех мужчин. Мне кажется, не только, потому что, мне кажется, те, кто только будут служить в армии, у нас в России это обязательно, срочная военная служба, тоже могут его отмечать. А, как раз сегодня такой вопрос у меня был, как бы. Но я думаю, то, что это праздник, как сказать, и служивших, и не служивших. Потому что те, которые не служили, они будут в будущем защищать, если там что-то произойдет. Или они, ну, как бы по призыву. Так что это их праздник тоже, может быть. Мнение, что заслужить может любой и должен. То есть если, как говорится, отчизна в опасности, то каждый встанет друг за друга. То есть даже те, кто может или не может. Здоровые, еще какие-то. То есть я считаю, что это действительно праздник общий, а не каких-то единиц. Когда-то не только был, как сказать, в военной форме, но соприкасался с жизнью. Вообще, армия, как служить на дальнем гарнизоне, мне довелось служить на Курильских островах, тот имеет полное право отпраздновать этот праздник, в том числе и женской половины. Здравия мужчины, поздравляю вас с наступающим праздником, 23 февраля. Поздравляю не только взрослое население, а также юноши, потому что в будущем они тоже будут защищать нашу родину, и не только родину, а и семьи, и всех своих близких. Как вы думаете, этот праздник только для военных? Этот праздник не только для военных, потому что защищать нужно не только родину, а и свою семью, своих близких. Я поздравляю всех мужчин планеты с праздником. Мужской силы вам, счастья, здоровья и любви от своих женщин. Поздравлять надо в этот праздник каждого мужчину, потому что они все любимые. Ура! Уважаемые мужчины, поздравляю вас с 23 февраля. Пусть каждый день будет успешным, а каждый поступок достойным. Желаю быть вам здоровыми, сильными, любимыми и непобедимыми. И я считаю, что в этот день поздравления достоин каждый мужчина. Мы еще не раз встретимся! Мужики, вас встретим в феврале! dvhub.ru